Приветствую всех на канале. В этом видео разберем отчет компании Lockheed Martin, ведущего производителя в секторе ВПК США. Компания отчиталась сегодня о результатах второго квартала 2020 года. Все показатели оказались лучше ожидаемых. Выручка составила 16,2 миллиарда против 14,4 миллиарда в аналогичном квартале 2019 года. Прибыль составила 1,6 миллиарда против 1,4 миллиарда в 2019 году. Прибыль на акцию $5.79. Все эти показатели превзошли ожидания аналитиков Wall Street. Кэш, полученный от операций, 2,2 миллиарда, с сравнением 1,7 миллиарда в аналогичном квартале 2019 года. CEO заявил, что он удовлетворен работой. Все прекрасно, здесь на самом деле так ничего особого не сказано в этом заявлении. Мы видим, что практически все показатели у компании улучшаются по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года. Также в отчете представлены данные за полугодие, они также превосходят аналогичное полугодие в 2019 году. Компания продолжает расти, выручка растет, все прекрасно. Наверное, самое главное, что есть в этом отчете, кроме того, что компания продолжает активно наращивать выручку и прибыль, это то, что компания улучшила свои прогнозы на 2020 год. Мы видим, что если ранее в апреле компания прогнозировала общую выручку за год 62-64 миллиарда, то сейчас это 63-65. Прибыль увеличена с 6,8-6,9 миллиарда до 6,9-7,05 миллиарда. То есть компания позитивно оценивает будущее в этом году. И мне кажется, что вот это как раз именно эта особенность может сказаться хорошо на акциях компании. Компания также заявила, что увеличила выплату дивидендов в этом квартале 671 миллион против 622 в аналогичном квартале 2019 года. Компания заявила, что она продолжает buyback и увеличивает его. Выкупила 0,7 миллионов, то есть 700 тысяч акций за $259 миллионов. Также компания представила подробный отчет по своим подразделениям. У всех подразделений выручка увеличивается, прибыль увеличивается. Ну, собственно, в принципе, основные показатели данного отчета я озвучил. В балансе ковыряться более подробно смысла я особого не вижу. Хочется также еще прокомментировать. Сегодня выступал CEO компании на презентации этого отчета перед инвесторами. Недавно компания сменила своего директора. Сейчас директор компании – это бывший директор American Tower, компания, которая занимается сейчас, в смысле он занимался в этой компании, вышками мобильной связи. То есть этот человек связан и неплохо понимает технологию 5G. Так вот, он заявил, что они сейчас работают серьезно над военным использованием 5G. Он видит в этом большое будущее. Также заявили о том, что они начинают разработку гиперзвукового оружия. Там было много трений на тему того, что Россия и Китай уже сообщают о своих прорывных технологиях в этой области. Он также заявил, что у них тоже есть свои разработки. Помимо этого, было сказано, что компания получила секретный контракт от Министерства обороны на $1 миллиард. Ну, собственно говоря, в принципе, весь отчет позитивный, все отлично. Давайте посмотрим график. Итак, сейчас цена акции составляет $376.46. Мы видим, что здесь может нарисоваться картинка чашка с ручкой. И вот примерно уровень, от которого может уже серьезно пойти акции в рост, это примерно $419-416. То есть в случае, если цена дойдет до этого уровня, пройдет вверх, мне кажется, что данная акция должна обновлять свои хаи, учитывая то, что все у нее стабильно, и выручка, и прибыль растет, компания платит хорошие дивиденды. Мне кажется, что в ближайшее время данная акция должна вырасти. Но, опять же, при условии того, что на рынке не будет каких-то перетрубаций, даже если они будут, и вы берете данную акцию на долгосрок, то это хорошее вложение. Мне кажется, текущая цена, в принципе, довольно неплоха для того, чтобы открывать длинную позицию. Сегодня образовался гэп, конечно, небольшой. $368 нужно закрыть ее. Может быть, он будет закрыт в ближайшее время, после чего
пойдет рост. И насколько я наблюдал за акцией данной компании, очень часто на хорошем отчете она растет с большой задержкой, она может даже достигать 1-2 месяца иногда, но в итоге после этого акция потихонечку растет туда, куда и должна расти. Сейчас все рынки, в принципе, нацелены наверх. Да, есть определенные опасения, но есть и позитив, связанный с ожиданием стимулов. В случае их оглашения, я думаю, что цена данной акции спокойно преодолеет вот эту вот отметку $418. Ну а дальше уже будет рост куда-то уже выше $500, вполне возможно, до конца этого года. Ну, для того, чтобы такие прогнозы строить, нужно, конечно, сначала дойти до суда и уже смотреть, какая ситуация на рынке. Ну что ж, спасибо за внимание. Завтра будет интересный день, будет отчитываться Tesla. Я обязательно запишу видео по поводу отчета, который представит компания Илона Маска. Также будет отчитываться Microsoft. Очень интересно, как она читается. Я посмотрел, у нее, в принципе, выручка и прибыль не такие уж и заниженные, как у некоторых компаний, поэтому довольно интересно, смогут ли они превзойти ожидания рынка. На этом все. Спасибо и до встречи завтра.